Всем здравствуйте! Только что меня подвозил таксист, тот же, который перевозил мои вещи, когда я сюда переезжала, в эту квартиру. И, короче, мне так смешно стало, просто я вызвала такси, и приехал тот же мужик. Просто это, ну, вообще... А он, кстати, в прошлый раз ко мне немного, как бы, заигрывал. Он говорит, ну... Я не знаю, можно ли это назвать заигрыванием? Скорее всего, можно это назвать прямым предложением. Короче, и в этот раз он приехал, о, типа, уже знакомые, короче. Но мне так смешно, что вызывают такси, приезжает тот же мужчина. Ну, парень, я не знаю, как его назвать. Мужчина или парень. Я вообще плохо вижу, а пьяная так вообще... Ну, короче, поговорили, тут ему куча заказов, и он так нехотя поехал. Ну, приятно чувствовать себя, блин, женщиной интересной. Короче, так что вот такие это пирожки. Все, пока, буду спать. Глаза слипаются просто. Не, сейчас что-то еще пожую. Сейчас найду кусок колбасы и пожую с хлеба. Все, пока-пока.